Dzień dobry. Dziś my znowu spotkaliśmy z Janem, który u nas w Moskwie uzdrawiается od zanika mięśni. Ostatni wynik był w ciągu praktycznie 30 dni. My tak sprawdzali, jaki stan zdrowia był. I liczył, że gdzieś tak na 7 lat my wtedy zastanawialiśmy, powrócili w Twoje funkcje, tak? Które Ty straciła w ciągu ostatnich 20 lat, 7 lat my dali do tyłu. I to był wynik niesamowity dla Ciebie, ja tak liczył. Ja nie rozmawiałem po polsku, ja... No już rozumiem. Już rozumiem. No. I ja krótko powiem, żeby nie tracić Wasz czas. To wynik niesamowitej pracy, którą my zrobili. Chociaż takie wyniki może mieć każdy, tylko ludzie czasami nie wierzą w to, co może być. Мы не уздравляли ее хворобу, она уже поведет. Мы уздравляли ее целый организм, и только то дало эффект. Так и есть. Что у тебя за тот час цофнуло с поворотом? Чи есть теперь вещи, которые... Что возможно, вернулось у тебя, если с твоей головы ничего? Ну, вот видите, за час оздоровления мы только имели лепший результат и не манить, что погоршилось за этот час. И этого не можно измерить баданиями. То ее самопочувствие, то ее выник. Никто не может сбадать на или человек стратил функции, как тот человек сам по себе не отчует его. Можешь приедеть или на день 10 еще тебе. Ты уже фактически день полтора месяца тут. Осталось пару крутых дней и как ты себя чувствуешь? На или лет лучше? Чувствую себя в разы лучше, минимум лет на 10, на 15 назад, то есть если когда я приезжала, вы обещали там 5 лет, мы тебе вернем, да? Но вы меня обманули. Да, вернули мне гораздо больше. На 10 лет, да? Так что же, сегодня ты хочешь сказать, 10, ты хочешь поверить, что на 10, 15 никакой функции? Да, 100%. Ну, я хочу тебе еще заставить. То Бензин тебя уздравляли до памперсов. Вот, чувствую себя намного лучше, могу вставать с 6 утра и работоспособность до 12 часов ночи. То есть это у меня и процедуры, и переезды по Москве. Москва не такой маленький город. Достаточно для меня это все было сложно. Когда я сюда приехала, я тут и жила, и все, и на улицу особо вообще не выходила, потому что я падала, и чтобы я ничего не себе не сломала, поэтому особо передвижения не было. Сейчас я... Да, потумачу. Вчесні я не могла фактично ходити, а бракувала енергії. На день дійсніше я встаю о 6, ложиться спати около 12 вночі і чую себе дуже добре. Вчесні я ледве тільки рушила, а зараз дуже добре функціонує, так? Да. Живу на 5-м этаже пятиэтажного дома, хожу по стране. Живу на 4-й конфигурации, на 4-м пентру. И нормально ходишь, так? Да, то есть мне хватает сил. А в честь ты ходила? Ну, на 5-й этаж я уже нормально ходила. На 4-й пентру я на честь не ходила.
Вот, потом после процедур, там, после бассейна, в котором я плаваю и на тренажерке там хожу, я еще возвращаюсь домой по подъему такой у меня на горочку. Ну, честнее, она не могла ходить, и на такие горку в Агуле не могла идти, это расходы нормально. Ну, что, мне нема слов, одна вещь, о которой я молю, нема хвороб неулечальных, есть только люди неулечальные, которые лечат же их, они неулечальны. Ну, видишь, на твоем прикладе можно поверить, что все можно потрафить, заработать, и нема проблем со здоровьем. Если ты хочешь, что можно направить. Добре. Дякуем барза. До наступного разу. До видения. Жить им такое самых выников, как у Яны, каждому.